Всем привет, с вами Кейн, и сегодня у нас в серии SnowRunner выполню две доп-задачки. Контейнеры в реке и доставка топлива. Я уже тут начал подгонять технику к нашему месту событий. Контейнеры оказались... Да, это, по-моему, две ячейки место занимает. Короче, платформу я взял нашу стандартную. Ух ты, ё. Это зависло. Не понял. Ага, понятно. Прогрузились контейнеры, наверное. Так. Вот ты зараза, а. Чтоб тебя. Долбаная хрень, ну ладно. В общем, перестарался я чуть-чуть. Что я не понял, что он за бред пишет? Кран какой-то не слишком далеко у нас достает. Сейчас, подожди, не так. О, вот, пересесть. Поэтому... подгоним обратно. Кстати, подъем этот Вирамайна, в общем, очень что-то медленно работает так. Сейчас наклоним вперед. Развернем. Ну, разворачивай, давай, давай, давай. О, офигенно я поставил. Так. Все прекрасно. А вот что это за блядство ебучее? Вот как оно могло вот так вот, вот это вот... Господи, как... просто идиотизм.
Ладно, поехали. Стояло, блин, красиво, нормально, но потом херакс и все. Ну, кран я просто этот эвакуирую на базу и все. Движок у нас почти самый мощный стоит, там разница в 100 лошадей. Так что наш вездеход должен справиться. Плюс я взял именно его, потому что он достаточно быстрый. А нам нужно доехать... А, подожди, ну все правильно. Нужно будет доехать до порта. И, ну, в принципе, там ехать не то чтобы много, ну и не близко, короче. Поэтому нужно что-то быстроходное. Взял наш любимый вездеход. Ни хрена себе, дерево лежит вообще в стороне, и я его как-то задел. Интересная физика игры. Да ну. Ну, бампер этот, в общем, прикольный, кстати. Ага. Горят все-таки, нифига себе. Фонари эти. Это доп. Задача в Северном порту. Но после нее все равно приступим к выполнению основных кампаний. И я там немножко поездил на Хаммере, понаходил всякие улучшения. Оказывается, в Северном порту были еще улучшения там. В краю, в карте, там, ну, в левом углу, короче, карты, там аж хрен знает где, аж в дебрях, в каких-то там, через реку, там, короче, в общем, без, этот, без нужды туда ехать никто бы не стал. В общем, я это все заснял, я после, ну, где-то, может быть, под конец этого видео поставлю. И, по-моему, как там, Белая долина, по-моему, называется, или... Да, Белая долина и Горная река, там я понаходил еще несколько тоже улучшений. Ну, там, по-моему, двигатели были где-то там на грузовики, и много улучшений было там на Хаммер, там подвеску и... еще что-то. А, и двигатель я нашел на Хаммер, двигатель. Армейский, короче, там. Ну, в смысле, армейского образца там. Расход топлива у него такой же. Ну, только он шкала, вот эта максимальная масса-скорость заполнена максимально, короче. В общем. Ой, слушайте, а что ж я делаю-то? Надо было, наверное, этот. Тут, по-моему, где-то был этот магазин с прицепами, да? Да. Блин, капец. Ну, короче, ладно. Сейчас доедем быстренько.
В общем, поставила этот двигатель на Хаммер. Хаммер просто летит по грязи, по всей фигне, в общем. То есть, ну, без прицепа, разумеется, порожняком, скажем так. Но он как нам нужен только для исследований, там, что-то перевозить на нем, ну, слишком маленький его этот грузоподъемность. Поэтому, ну, все равно, то есть он, проходимость его, в общем, все-все, то есть очень хороший Хаммер этот, в принципе, сейчас стал. Да, он и был, в принципе, хорош, но, то есть сейчас вот для Аляски он просто идеален. Проходит через все эти сугробы, грязи. Ну, единственное, что вот с колесами, то есть я катаю, конечно, на стоковых, поскольку они дают... хорошее там на трассе, хорошее по бездорожью и в грязи, по-моему, там тоже что-то такое. Не, или отличное по бездорожью, хорошее в грязи. А на льду, то есть, ну, никакое, в общем. Но можно поставить, конечно же, побольше колеса там. Поставить высокую подвеску, поставить другие колеса. Ну, просто смысл в этом не особо вижу. Там чисто имеется в виду поставить колеса чисто с цепями, чтобы по льду не было этого скольжения. Вот, он максимально протюняченный. Движок стоит вот... 6.2, но Т, то есть просто 6.2. Он на одну полоску меньше, на одно деление в полоске вот это вот меньше. Ну, коробку снежную поставил, ну, можно магистральную поставить или... Ну, у меня снегоходная стоит, короче. Высокую подвеску поставил, не знаю. Мне оно, конечно, не особо прикалывает, но... Так он хотя бы, может быть, меньше будет где-то там цеплять камни или еще что-то. Колеса. Колеса вот доступны все с цепями. То есть 35 и 39. Разница в объеме и вот в цепях. На трассе, то есть средние. А, вот бездорожье отлично и в грязи хорошо, и на льду. Но у нас стоит стоковые, которые... на стоковых отлично везде, по всем параметрам. Если поставить внедорожные, нет, для бездорожья, вот, которые у меня есть. Вот, на трассе будет плохо, но зато отлично, отлично по бездорожью и в грязи. Но зато на трассе будет плохо. То есть большие, маленькие, всякие есть. Ну и с цепями, то есть, соответственно, на бездорожье будет отлично, в грязи... как бы хорошо, ну, то есть, не особо, то есть, в данном случае в грязи и на бездорожье отлично, то есть, они самые топовые, главное, чтобы не на льду, ну, и это вот единственное, в чем минус их, что по льду, ну, вообще, я не понимаю, почему на них нельзя просто цепи нацепить-то и все, ну, короче, такое, в общем, лебедка удлиненная, дифференциал я тоже поставил, ну, в общем, полностью прокачал. Все, что можно было прокачать, полностью, короче, поставил. Так, ну, дальше продолжим. Ага, вот стоит наш. А, я думаю, поехать, показать. Это по бездорожью будем ехать, а это будем так ехать по... трассе, так, нет, подожди, доставку топлива, вот, следить. На этот грузовичок я поставил, видимо, я по-моему, вчера нашел мотор, короче, я поставил сюда самый мощный мотор, который можно поставить на этот грузовик. В общем, этот крокодил должен жрать топливо просто на ура. Но зато он высок в проходимости сейчас. И колесо, кстати, запасное я там прицепил. Внизу, вот под фаркопом, есть запаска такая. А, и самое главное, коробку я тоже нашел. Поставил коробку. Теперь у нас коробка тут
восьмиступенчатая, то есть скоростная. То есть по трассе мы, короче, будем лететь просто. Вот почему я хочу показать то, как по трассе будет он быстро ехать. Тем более, ну, как цистерна, это тоже груз. Неважно, в кузове или не в кузове, он все равно теряет свою массу, мощность, вот эта вот шкала, то есть немножко уменьшается, если просто мы как бы не в кузове ничего не везем, но зато тащим прицеп. Так что он лететь на максималке не будет, но все равно, ну, не так, как порожняком, но все равно с этой коробкой и движком, то есть он разгоняется и летит очень-таки быстро по дороге именно, поскольку тут доходит, ну, правда, до восьмой это уж слишком, но все равно он достаточно быстрый в передвижении по трассе. Ну, это я не вижу здесь особого смысла, это не... Красиво знак отлетел. Ну, здесь разгоняться сильно тоже не стоит. Ну, эта коробка, кстати, для... как сказать, магистральных грузовиков. Это не для льду. Ну, не для того, чтобы по снежным этим, по льду ездить. Все, выполнили. А, стоп, подожди, я, наверное, хотел... да, все, теперь есть у нас... открытая, по-моему, да, вот, только одна вот эта вот открытая. А отсюда, о, то есть сюда надо привезти контейнер этот буровой. Кстати, надо забрать кран. Вот так вот я просто перемещаю в гараж технику и все, и на стоянку. Хаммер нам не нужен, нам нужен вот этот, по-моему. Ну, по-моему, я показывал, то есть тут предпоследний двигатель стоит, то есть по мощности 2600 или 1700, то есть, ну, в общем, ага, то есть этот ну, в общем, предтоповый стоит, ну, разница тут, то есть будет S+, и в топливе он будет хуже. То есть у нас топливо теряется сильно, ну, расход топлива сильно высокий, в топливе теряем. Поэтому, ну, решил поставить такой, поскольку, ну, он все равно, в принципе, достаточно хорош. А, я ж не взял задачку, вот. Теперь нужно съездить в Белую долину. И... А, кстати, можно даже просто... сейчас, не так, вот, где она? Переместиться просто сюда в гараж. Взять контейнер. Это я, кстати, заглупил на стоянку. Да и тебя тоже на стоянку. Вот. Перемещаемся в гараж. Возьмем сейчас прицеп. Не знаю, ну, я привык к этому. Что-то мне хочется именно катать на этом. Можно по...
это я не понял. А, ну да, это ж последний, которая доступна. Точно. А вот после этой задачки, по-моему, во всех трех компаниях, то есть откроются следующие задачи, и уже в дальнейшем можно будет выбирать. Ёлы-палы. Зашибись. Выбирать следующие уже задания. И это уже будет финал наших компаний на Аляске. Думаю вернуться все-таки в Мичиган. Ну что-то мне так вот не хочется туда возвращаться. Но все же там есть еще один грузовик, который нужно найти. Ну вернее, как найти. Его нужно вытащить. Я и так знаю, где он. Просто его нужно туда вытащить. Честно говоря, как-то нужен мне он или не нужен, даже не уверен, но просто чисто показать, где он и что он из себя представляет, возможно, и стоит. Но в целом можно и без него просто обойтись, то и все. Вот буровое оборудование, один контейнер. Занимает 4 слота. И вот Caterpillar такой контейнер не может перевести. Хоть у него и стоит кузов этот контейнерный, или как-то так. В общем, толку мало от него. Я хочу вот тут вот съехать. Ну, короче, мы проедем, по-моему. Ну да, тут же есть дорога, точно. Включим полный привод. Кстати, здесь на Аляске еще можно найти там вроде бы как 3 машины, но я уже обыскал, все объездил, то есть и Хаммер использовал, и вездеход. Где их найти, я, честно говоря, не знаю, даже не могу представить, где их искать. Я подозреваю, что, возможно, дальше по типа сценарию, ну, по сюжету, как бы, типа, после выполнения каких-то там кампаний, возможно, это откроется, но что-то я сомневаюсь. Я просто не знаю, я уже обыскал все и везде все объездил, я их не увидел просто, где могут они находиться. Хотя вот я понаходил все улучшения, которые здесь есть, и заезжал в такие дебри, что, ну, если я их не нашел, если я нашел улучшения, но не нашел машины, даже не могу представить, где они могут быть. А, стоп, это нам же надо повернуть было. Да. Я так и знал, вот. Ну, блин, ну вот как я так вот лоханулся-то? Это вот я задумался о этих машинах-то. Где их искать?
В общем, доехали мы. Вот и все. В общем, решила немножко поисследовать. Горная река. Я обыскал те места, где я раньше не был. Там была скрыта область. Короче, проехал на Хаммере, там все. Там нет ничего. В Белой долине. Вот, я показал на карте в начале видео. Вот, то есть в начале этого фрагмента, где я нахожусь в данный момент. И вот где есть улучшение. Ага, вот, найдено оно. Сейчас я еще раз покажу. Вот. Там Белая долина. Чтобы вы понимали, вот в углу этой карты. Ну, там, где я и предполагал, поскольку вышка находится... А, вот вышка находится. Здесь... Область где-то вот так вот была открыта, ну, вокруг этой вышки, а здесь было закрыто. Соответственно, эту модернизацию и не было на карте подсвечено. Доступно для текущего. Вот, военный двигатель мы открыли. Чай этот, армейский. Так вот, да, для Хаммера. А вот следующая модернизация... то есть улучшение. Сейчас мы посмотрим. Доступно для текущего. Доступно для... Ага, я понял, это для того нашего тягача, кажется. Ну, в общем, посмотрим. В общем, это Белая долина. Вот здесь вот находится эта модернизация, улучшение. Теперь мне осталось найти еще две, три автомобиля. А где искать? Хрен его знает. Ну, ребята, это вообще трындец. Нашел в такой жопе это улучшение, что просто трындец. Чтобы вы понимали, это вот здесь на берегу, на берегу этой. Белой долины, вот этого озера. Это кошмар какой-то. Как их можно было засовывать так? Исследуя горную реку, вот здесь вот, проезжая по тем дорогам, где не проезжал раньше, обнаружил автомобиль. Ну, как вот это вот... заброшенный. Решил к нему съездить, да, и тут за ним вот есть улучшение. Угу. Пока что у него нету автомобиля такого. В общем, в Северном порту, вот прям в жопе мира, прям вот в самой же самой жопе, в которой я даже не знаю, как сюда заехать. Да, мы сейчас перевернемся, отлично будет. Там вот торчит. О! Торчит он на кузову. Машины легковой. И вот здесь находится последний из модернизаций, которую не знаю, хрен ее как найти тут вообще, непонятно. В такой глухомане. Это для Хаммера. Да, для Хаммера последнее улучшение. В общем, аж хрен знает где, аж вот здесь вот.
Я сейчас показал вам все эти улучшения, которые я понаходил. Где найти остальные грузовики, которые, возможно, можно найти, я не знаю. Вот так, сейчас я покажу. Не так. Вот. В Аляске. То есть автомобилей 2 из 5 я нашел, еще 3 надо найти, но все остальное я пооткрывал. То есть улучшения, которые я вот показал вам, я нашел. И последние улучшения, которые я понаходил. Ну, вышки, это понятно, что пооткрывать. А автомобили, где искать, без понятия. Я вообще не представляю даже, где и как их искать. Ну, думаю, на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.